Нежная и вкусная выпечка на скорую руку. Благодаря колбасному сыру выпечка получается ароматная и будет уплетаться за обе щеки. Приготовить пирог с копченым сыром можно не только к семейному чаепитию, но и к приходу неожиданных гостей. Выпечка получается очень нежная, ароматная и вкусная. Устоять будет очень сложно. Для приготовления я буду использовать готовое слоеное тесто, но можно приготовить тесто самим, причем подойдет как слоеное, так и сдобное дрожжевое. Берите рецепт на заметку. Сыр колбасный, 200 грамм. Тесто слоеное 500 грамм, у меня дрожжевое. Яйцо 4 штуки, вареное. Желток, 1 штука для смазывания. Лук зеленый, 1 пучок. Соль, по вкусу. Количество порций, 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Тесто заранее достаньте и разморозьте при комнатной температуре. Сыр натрите на мелкой терке. Добавьте тертые на крупной терке яйца и измельченный лук. Посолите начинку и все перемешайте. Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждый пласт теста по размеру формы. Накалите тесто вилкой и оставьте на 20 минут. Затем перенесите аккуратно один пласт в форму для запекания, сформируйте небольшие бортики и выложите начинку, отступив немного от краев. Накройте начинку вторым пластом теста и защипните края любым удобным способом. Смажьте верх желтком и запекайте в духовке при температуре 200 градусов около 25 минут. Пирог с копченым сыром готов. Нарежьте его на порции и подайте к столу. Приятного аппетита!